Не спорили, а наоборот договорились и сообща придумали преступную схему. Главу муниципального образования в Усть-Удинском районе, бывшего работника администрации и адвоката подозревают в обналичивании материнского капитала. Причем в их деле далеко не один эпизод. Схема была довольно проста. По версии следствия, члены группы подыскивали матерей, которым нужно было обналичить капитал. Руководитель муниципалитета подготавливал все необходимые документы для получения выплаты. С юридическими нюансами помогал специалист, занимающийся оформлением соцпомощи. После получения денег меньшая их часть отдавалась женщине, а остальное участники криминального союза делили между собой. Предположительно, группа действовала в течение 2 лет. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Сотрудниками правоохранительных органов проведены обысковые мероприятия в администрации муниципального образования, а также по местам жительства всех подозреваемых. Следствием установлено, что преступная группа причастна к 7 эпизодам обналичивания материнского капитала. Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. С ними работают следователи Следственного комитета.